есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Вначале был сумрак, и сумрак был я, сверкали ножами у бездны края, шёг ветер, гонял понутру сквозняки, свист петель, да цепкие дёсны тоски, как долго болтался меж двух берегов без толка, аукал колодцы дворов, как странно. В надеждах, да весь без брони, шил раны, стаканом вычерпывал дни. Музея вчерашнего дня, ты вряд ли узнаешь меня, хранилище старых галош, меня ты уже не найдешь. Я мерзость и сплетен и дат, оживший назло экспонат. Я наживо штопаю сны в прицеле летящей войны. Как гордо в патронах ходили пажи, не твердо, считая в подвал этажи, как мутно пилили останки страны, как будто без неба и вечной весны. Горстки банальных морфем копилось, да вновь не достанется всем. Я знаю, печаль моя утром светла у края, сдуваю труху с помела. Музея вчерашнего дня, ты вряд ли узнаешь меня, хранилище старых галош, меня ты уже не найдешь. Я мерзость и сплетен и дат, оживший назло экспонат. Я наживо штопаю сны в прицеле летящей войны. Музея вчерашнего дня, ты вряд ли узнаешь меня, в хранилище старых галош, меня ты уже не найдешь. Я мерзость и сплетен и дат, оживший назло экспонат. Я наживо штопаю сны в прицеле летящей войны. Прости, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Дмитрий Панов. Здравствуйте. Дима, ну, сразу, ну, понятно, да, когда человек что-то... Встречаешься с человеком, когда человек что-то говорит, играет, что-то делает, рисует ли он картины, пишет ли стихи. Ну, я имею в виду творчество, да. Когда с этим встречаешься, тем более у тебя такой, ну, поток информации идет из твоих песен. Это что, психология, философия, это что, состояние души,
Как бы ты определил, вот, ну, допустим, вот эту песню? Это, или это зарисовка вот того, что ты видишь сейчас? Или... Зарисовка конкретного состояния души какого-то. Вот, да. Наверное, так. То есть из ваших определений составлю общее. Угу. Ну, такая зарисовка так вот пишется. Таким образом. Понятно. То есть, ну, а там тебя не найдешь среди старых галош, это я понял. Ну, то это да, опять... Это желание меняться, да? Да, конечно, это все об этом. Желание вперед двигаться. Да, 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 да. Не цепляться за прошлое, за свои какие-то падения многие, а все-таки, ну, как, уныние все-таки самый страшный, один из самых, да, самых страшных грехов. И, ну, вот это об этом, чтобы не икориться в своем прошлом. Тогда сразу вот у тебя группа «Метаноя», да? Она рок-группа, да, считается? Ну, рок, да, 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 рок. Вот, почему такое вот название ты выбрал, интересно? Ну, вначале, честно скажу, мне просто слово фонетически понравилось. Но я подозревал, что за этой фонетикой вот какое-то такое значение. А потом я, естественно, залез, ну, в интернет. Это было лет 7 назад, наверное. Вот, и углубился в вопрос и понял, что вот это о том, о чем надо. Мне нужно было альбом электрический очередной назвать как-то. Mm-hmm. И вот как бы концепция метанои появилась. То есть, с одной стороны, это перемена ума, и вот как раз о чем была первая песня тоже, ну, смена состояний, то есть какое-то развитие души. А, ну, в православной традиции это покаяние, изменение себя, и мне кажется, это все созвучно тому, что мы делаем. Музыки. Ну, видишь, а так же бывает, что как запряжешь, так и поедешь. Ну, вот это само основание, вот это название, оно как-то повлияло, да, на всю дальнейшую жизнь? Вот это. Ну, конечно, повлияло. То есть, ну, немножко больше ответственности стало все-таки за то, что ты пишешь, выносишь на люди, на сцене показываешь. То есть все-таки больше контролируешь и поэзию свою, и форму, и подачу. И ну, то, вы выступаете для молодежи, да? Да, разные люди приходят. Да? То есть в клубах, да, выступаем в клубах, приходят разные люди совершенно там. И, в общем, ветераны нашего рок-движения еще из 70-х тоже приходят. Угу. Вот. Посмотрите, что же творится. Да, ну вот, собственно... Не умерло ли это? Как рок-н-ролл мертв? Я еще жив, да? Да, я еще нет. Да, Борис Борисович спел, тем самым внеся смятение во множество умов еще в 83-м, по-моему, году. Так что, да нет, все живо. Конечно, все живо. Просто важно, ради чего ты это делаешь. И, ну, ну, а для тебя это как способ самовыражения, да? Да. То есть вот у тебя что-то внутри мысли... Какие-то душа болит или что-то еще там, и ты пытаешься это выразить в звуках. Да, да, да. Ну, у всех по-разному. Кто-то гениально там гвозди забивает в стену, кто-то гениально иконы пишет, кто-то гениально маршрутное такси водит, да. Ну, то есть, я об этом. То есть, это тоже форма, как, разные формы самовыражения, конечно. Ну, а как у тебя появилась гитара? Как ты вообще стал самовыражаться? Это откуда? Произошло лет, наверное, в 10, в 11, в 12 я уже начал что-то сочинять. Это произошло очень просто. Я услышал западную рок-историю, всю эту Beatles, Led Zeppelin, King Crimson, Genesis. Вот все. Ты услышал музыку или... Ну, на пластинках, на кассетах как-то переписывали. Тогда с пластинок на кассеты еще в 92-м году переписывали, я помню. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, я очень любил поэзию, особенно серебряно-вековскую, как-то так вот получилось. Uh-huh. И с третьей стороны, это русская, ну, советская, так скажем, рок-школа. Ну, тогда еще не школа, это сейчас уже многие так называют. А, ну, все, что связано с ленинградским рок-клубом, не только с ленинградским. То есть у меня были любимые какие-то исполнители, авторы, типа Башлачева, тогда и Гребенщикова, и Кинчева, и Шевчука. Вот. И это тоже повлияло. Вот все вместе получилась такая вот песенная форма, видимо. Да, ну, спой еще что-нибудь, ну, будем дальше разговаривать. Вот, песня следующая называется «Тащились за чудом». И мы ее как такую... как интро к электрическим концептам исполняем, то есть как такой затакт, скажем так. —
гонялись за чудом, сбивали колени, гремели посудой, считали ступени, жались в двухкомнатный рай. Мессии эфиров, поэты классетов, сатиры, кумиры, плебеи, эстеты кучей валились за край. Тащились за чудом с крестом и гранатой, давились фастфудом и сахарной ватой, ждали конверта с небес. Оконные боги, гримасы и берцы, кривые дороги, царапины сердца в городе старых невест. А я молоком умывал свои раны, был громче грома и тише нирваны, смехом оттаявший край. Я все забыл, стал глухим и незрячим, с ветром орлиным и нюхом собачьим, в венах души вечный май. Господи, принимай. Я все забыл, стал глухим и незрячим, с ветром орлиным и нюхом собачьим, в венах души вечный май. Господи, принимай. Господи, принимай. Спасибо, Господи. Ну, а сейчас какое состояние души, что ты сейчас чувствуешь? Ну, в общем, есть еще о чем петь? Есть, слава Богу, есть. Но, с другой стороны, если не будет о чем петь, то буду... как-то что-то другое, наверное, делать. Но пока песни пишутся, пока интересно этим заниматься. Но ты так понимаешь, что все равно надо как-то выражаться, да? В любом случае. Да. Ну, то есть для тебя творчество — это какой-то выход, да? Конечно, конечно. То есть, ну, грубо говоря, чтобы проблему хотя бы начать решать, ее надо как-то обозначить, чем-то назвать, каким-то словом. Неважно, правильно, неправильно, лучше правильно, конечно. Вот. Ну, вот это какое-то такое... выход. Обозначение проблем, да, или не проблем, или наоборот, радость от света какого-то. А образы, вот, у тебя достаточно сложные образы. Ты что, хочешь, ищешь, как ты называешь вещи, предметы? Это вот у тебя в голове происходит, что там, почему, ну, так сложно все? Как-то само так пишется. Да? В свое время я вот уже сказал, что Александр Николаевич Башлачев повлиял очень сильно. У него тоже, ну, как я. Для меня-то, в общем-то, я, ну, не сразу, не с 12 лет, слава богу, начал все понимать, о чем там у него, потому что, ну, в 12 лет можно, конечно, так, ну, головой немножко повредиться, да, если все это через себя пропускать. Вот, но по форме мне очень понравилось, меня это заинтересовало по форме, потому что у него в каждой строчке очень много... слов перевертышей, метафор, аллитераций и так далее. То есть вот, а ну, вот это надрыв. Это время, да, продиктовано было временем? Я не думаю, что время. Это, у тебя как-то более философское. Мне кажется, что это от человека зависит. У каждого своя форма. Потому что у Пола Маккартни своя форма. И он, ну, все равно будет вот те же самые проблемы или какие-то светлые переживания вот в своей маккартневской форме, в своих гармониях, в своих вокальных историях выражать. Башлачев другим образом, Высоцкий третьим, Гребенщиков четвертым. Вот. А вот сейчас на нашем небосклоне эстрадном
рок, значит, ну, еще исполнительском, ты видишь кого-то? Ну, вообще, растут люди или никого не видишь? Ну, честно могу сказать, ну, надо говорить честно, не было за последние годы вот из современников каких-то новых явлений, которые бы мне действительно, ну, меня впечатлили. Я бы, я во всем ищу, в первую очередь, какой-то свой язык, то есть, чтобы этого не было до. Если это рок-история наша российская, то очень сложно быть первым, особенно, ну, в музыкальном плане, потому что, ну, ни для кого не секрет, что на Западе, в общем-то, в 60-е и 70-е практически все переиграли, и мы уже в 80-е ловили эти идеи, да, музыкально особенно. Вот, у нас можно поэтически интересно выражаться. Многие об этом забывают из молодых каких-то рок-исполнителей или авторов-исполнителей. Что богатый русский язык. Да, богатый русский язык, что и без него можно по-хорошему выкачивать и закачивать в него, да, уже со своей стороны очень много интересного. Вот чем Бушлачев занимался, или Хлебников этим занимался там тоже. То есть примеров масса тому. Поэтому все это просто форма. То есть вот есть человек, и он в какой-то форме выпирает во внешний мир. Таким образом. Мы приходим к тому, что ты уже понял, что нет никаких... и решил пойти сам. Да, вперед. Ну, наверное. Нет, ну я... слушаю до сих пор большое количество разной музыки. Все время слушаю музыку, разную совершенно. И классику слушаю, и рок слушаю. И, конечно, почитываю какие-то там литературы разные, художественные, я имею в виду, в данном случае художественные. Не только художественные, но вот сейчас мы об этом говорим. Чтобы как-то, ну, в тонусе держать себя, чтобы не становиться вот экспонатом из музея вчерашнего дня, а как-то все-таки... А вперед двигаться. Православие, вот православие, как оно входит в твою жизнь внутреннюю? Да, я, ну, я могу сказать, что это, наверное, вообще приоритетное такое, приоритетный момент вообще жизни. Это однозначно совершенно другое дело, что в силу собственного, не знаю, как греховности сказать, своей. Греховности своей, дурости и всего этого, конечно, зачастую просто забываешь об этом. И творишь собственную волю. Да, и творишь собственную волю. Да, да, да. Вот как я когда-то очень давно запомнил очень верную мысль, что любую молитву желательно заканчивать фразой, ну, я не дословно, ну, пусть, да, будет, да, воля, впрочем, твоя. Да, пусть будет там святая воля твоя. Потому что, не моя. А не моя, да. Потому что я вот сейчас вот из своей канавки вот вижу это вот так, и почему-то хочу, чтобы вот оно вот каким-то образом так реализовалось. А потом проходит время, и ты понимаешь, что сидел бы ты тихо в своей, да, канавке и не просил бы. Да. Господь располагает. Да, поэтому, конечно, когда, ну, как-то сонастраиваешь свою жизнь с Богом, то все совершенно по-другому начинает происходить. Ну, и на творчество это влияет, да? Конечно. И конечно. Образы, да, появляются. Ну, как-то чернухи меньше, если так вот просто говорить простым языком. Вот то, что казалось проблемами, и ты это выливал в свойственной себе форме выливал, да, в песни, в стихи и вообще. И думал, что ты крутой. Думал, да, что, конечно, что крутой, ну, куда ж круче. Круче только горы. Вот. А когда чуть-чуть успокаиваешься, так пар выходит, и здесь же очень важно, для чего ты это делаешь, то есть сонастраиваешь ты свое творчество как бы вот с чем-то сиюминутным, или ты все-таки, ну вот как Высоцкий пел, я дословно не помню, ну, будет чем оправдаться перед Богом или не будет, ну вот у него есть эти размышления на эту тему. Вот, то есть, ну вот, а как будет умирать вот с тем багажом, который ты здесь оставил? Вот, ну, так, такая мысль приходит, и как-то, ну, поспокойнее все пишется, с другим немножко градусом, потому что не во всем должен быть накал, это вот ошибка многих теоретиков рок-музыки, что обязательно во всем должна быть вот прямо на надрыве, чтобы страсть была, не обязательно, очень все по-разному происходит, очень по-разному. Да, ну, дай бог пробиться, дай бог удержаться вот на этой высоте, на этой высокой ноте.
чтобы все было такое светлое, благословенное, продиктовано духом, хорошими состояниями молитвенными. Но дело в том, что вот этот сам жанр, он уже, многие, много страданий было в этом жанре. Да, негатива. Надо понимать, что, конечно, после того, как жанр появился, каким-то образом в первом этапе своем сформировался, на него навешали еще, пьянство, наркотики, женщины или мужчины, там у всех по-разному, вот эта вся история. Дальше пошло еще сверху клишированность вот этого. И многие люди, заходя вот в эту рок-н-ролльную историю, им обязательно, они сразу берут вот это клише, наркотики, там, рок-н-ролл и так далее, и следуют этому. На самом деле изначально там, во всем можно искать, и вычленять и Бога, и дьявола. Но тоже мне кажется, что я много раздумывал за свою жизнь. Вот про музыку группы Beatles, как такая каноническая рок-н-ролльная история. То есть в какой-то момент мне начал видеться в этом люциферианский свет, потому что, это такое внутреннее сумасшествие. Там. Да. Потом я как раз поговорил об этом с Юрием Чаковани, как раз на одном из башлачевских, по-моему, мероприятий, мне так кажется. Он сказал, у него опыта, слава богу, побольше, в православной истории, он сказал, что да, ты успокойся, это земное, это для души. С духом это вряд ли что-то имеет общее. Да я это все понимал, конечно, но иногда какие-то там шоры в голове. Пора уже что-то спеть. И следующую песню как раз я посвятил когда-то Александру Николаевичу Башлачеву. Такая коротенькая зарисовка, называется «Мальчик». Зачарованных, и место не к времени, и все не в струю. Мальчик, Богом целованный, не зависай на краю. Зависай на краю. Если не вяжется село со вселенною, и дни расфасованы до дальнего дна. Мальчик, Богом целованный, не выходи из окна. Печальную историю. Вот мы говорили об образах, да? Но ведь как-то если по-новому смотреть на вещи, такие вот образы, которые ты применяешь, не заставляют как-то задуматься по-другому, да? Посмотреть на какие-то события, на предметы. На их сочетание.
ты ходишь и постоянно ищешь, да, образы какие-то, да? Как это тебе происходит? На меня как Винни-Пуха, они сами находят. Вот его эти кричалки, сопелки или вопилки, они... Ты записываешь его... это, да, на бумажку? Или в голове? Ну, в голове или что-то, или пару строчек запишу, потом сажусь, дорабатываю. Угу. Вот. Еще диктофон у меня такой есть, маленький совсем. Очень удобно. Секрет творчества. Да, 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 очень удобно, потому что эта муза пришла, там посетила, посидела и ушла. А тут наговорил и осталось. Вот, а так как Винни-Пуха, как он говорил, поэзия, это то, что не то, что как-то или стихи там, не то, что ты находишь, а то, что тебя находит. Ну вот. Да. Да, но ты специально этим не занимаешься. Живешь просто. Ну, живу, да. Ну, вот. Но с другой стороны, если так серьезно говорить, вот это занятие стихами, музыкой, исполнением, оно как бы через всю жизнь у меня идет. Угу. Остальные какие-то работы и все остальное, они меняются. Ну, соответственно, можно сделать вывод, что... Ну, это самое главное. Наверное, основное занятие все-таки, да. Поэтому... Ну, ладно. Ну, первая передача у нас подошла к концу. Вот. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Дмитрий Панов, автор-исполнитель. И группа «Метаноя». Спаси Господи. Спаси Господи.